Дорога не прощает ошибок. Для студентов одной из самарских автошкол сотрудники ГИБДД и представители общественных организаций провели краш-курс. Во время лекции на экране были продемонстрированы кадры страшных аварий, которые стали результатом пренебрежения правилами дорожного движения. Мы встречаемся с будущими водителями, которые будут участниками дорожного движения, чтобы до них достучаться, чтобы они как можно больше получали знания в автошколах, практики по вождению, чтобы не совершали грубых нарушений и были полноценными участниками дорожного движения, от которых зависит не только их жизнь, но и жизнь других участников. Подобная работа с курсантами автошкол проводится постоянно. Согласно статистике, за этот год по вине неопытных водителей в Самаре было совершено 200 ДТП. Чаще всего новички допускают выезд на встречную полосу движения и нарушают скоростной режим, а также управляют автомобилем в нетрезвом виде. Виталий Смордаков вместе с другими активистами уже на протяжении 4 лет ведет непрерывную борьбу с пьянством за рулем. Прямо во время лекции на его телефон поступает тревожный звонок от жителей города, которые заподозрили, что по улице едет нетрезвый водитель. Мы пытаемся сформировать в обществе негативное отношение к несоблюдению правил дорожного движения. В какой-то степени, наверное, это, как сказал правильно коллеги, это не напугать, но все-таки предупредить, насколько это страшно. Курсанты посмотрели документальный фильм, который рассказывает о страшной аварии, которая произошла по вине пьяного водителя и унесла жизни нескольких человек. Ирина Бакшаева от просмотра краш-курса осталась под большим впечатлением. Говорит, кадры видео надолго остаются в памяти. В начале следующего года она будет сдавать на права, обещает быть максимально аккуратной за рулем автомобиля. Эмоции неизгладимые. Вот это видео, оно оставляет реально след какой-то и внутри. Мурашки по коже бегали каждую серию, каждое какое-то событие. Понимаешь, насколько это серьезно и насколько важно следить за дорогой, следить за собой, следить за окружающими вокруг, не нарушать. Новичками на дороге считаются водители, стаж которых менее 2 лет. Через полгода после получения прав многие водители начинают чувствовать себя увереннее за рулем, нарушают ПДД, а попадая в экстренную ситуацию, не могут вовремя принять верное решение. По словам организаторов, цель краш-курса – не запугать начинающих водителей, а предостеречь их от тяжелых последствий, к которым приводит нарушение правил дорожного движения. Максим Магомедов, Сергей Баскин, «События».